Всем привет! Как я пишу свои статьи в полуавтоматическом режиме? Мне иногда заказывают статьи на разную тематику. Для этого я использую Google Chrome браузер. Это принципиально. В любом другом такой режим не получится. По крайней мере, у меня так было. Итак, заходим в Google Chrome. Здесь вот сеточка такая, и находим документы. Документы открываем и выбираем там новый документ. Он открывается, и у нас готово поле для работы. Теперь для того, чтобы писать статью, вообще нужно иметь какую-то информацию в голове. То есть предварительно я, например, выбираю любую тему, которую мне заказали. Я просто в YouTube открываю ролик, который я смотрю, там более-менее средний по просмотрам, там не сильно длинный, включаю его и смотрю, о чем там вообще идет речь. И это настолько часто не сложно, бывает тема вообще мне не знакома. Я вот недавно писал статью об устройствах, которые автоматически нагнетают штукатурку на стены, и включил ролик, там парень с этой шлангой ходит, рассказал все, как оно там можно накладывать, какие параметры, как надо, зачем следить, чтобы воду не отключили, чтобы там не замерзла, не застыла штукатурка в аппарате. В общем, я все это просмотрел и изложил это все в статье, ну и отдал заказчику. Так вот, принципиальный подход именно через Google Chrome заключается в том, вернее, особенность, что я не набираю текст как таковой. Я уже и разучился. Я потом правлю. Да, править приходится достаточно много, так как я надиктовываю, и падежи не совпадают, ошибки там, запятые, все. Но, тем не менее, я обратил внимание на то, что мысль значительно быстрее, чем я набираю текст, поэтому проще надиктовать. Информация изложена, а потом ее просто поправить. А пока ты набираешь вручную, что-то забылось, чего-то там помешало, не вспомнил. В общем, короче, как надиктовывать. Вот есть чистый лист. Нам нужен микрофон. Мы подключаем микрофон. И здесь вкладка «Инструменты». В общем, микрофон нужно подключать так, чтобы система могла его увидеть, и нажав голосовой ввод, нажав активно микрофон, нажмите кнопку и говорите, там написано, на диктовка пошла писаться на чистый лист. Это несложно, иногда нужно поковыряться в настройках, там бывает что-то видит, не видит, ну, в общем, это отдельная тема, у кого не получается. У меня был знакомый, который ему сделали замечание на стриме, он сказал, вам не нравится мой звук, ну и не смотрите мой стрим, потому как я свой звук настраивал больше года. И вы хотите, чтобы я сейчас делал какие-то изменения? Ну, это так, часто звук настраивается очень непросто. В общем, есть микрофон, активируем его. Вот он активирован, и сразу же пошла запись. Нужен хороший микрофон, не с телефона, а такой более-менее там какая-то петличка. У меня, например, обычный для этих, которые сидят там, рассказывают в колл-центрах, там, ну, наушники вместе с палочкой. Я беру эти наушники, одеваю, они у меня накладные, без этих тяжелых больших резинок, которые давят, и от этого может повышаться давление, начинает гореть лицо, это неприятно. А в этих наушниках я могу находиться, периодически захожу в танки, снимаю какое-то видео, выкладываю, просматриваю информацию в YouTube. Могу целый день, ну, лишь бы поспать, там, поесть, или вообще они мне абсолютно не мешают. Если бы не провод, я бы ходил с ними и на кухню, например. Итак, пишет, я делаю так, это не пишет, это что удобно, хотя бы мусора этого нет.
И вот она пишет, пишет, эта строка идет, идет, и можно сделать какую-то техническую осмысленную паузу. Нажимаем точку и делаем абзац. И пошли рассуждать дальше. Это я выдаю такой очень большой секрет. Мне рассказали по секрету, хотя это всем известно. Но тот, кто овладевает этим методом набора текста, у него только один недостаток может быть, который может помешать ему стать очень богатым человеком, это отсутствие заказов хороших. А так можно надиктовать любую, скажем так, тему, любой текст в любом виде. Это просто, можно смотреть на то, о чем ты рассказываешь, не обязательно там рыться в этой клавиатуре, там нажимать какие-то кнопки, там эти буквы, они то есть, их не видно, там этот свет, лампа. А так ты сел, вот я сейчас рассказываю про набор текста, я смотрю себе в сторону, и даже если я начну рассказывать на какую-то другую тему, вот у меня мысль возникла, так, я был сегодня там, был сям, купил это, то, да, рассказал. Это у меня останется изложено, я могу это выделить, убрать, оставить себе или где-нибудь разместить, есть у меня сайт. А так вообще я набираю для других людей тексты. Ну, править, конечно, терпение нужно достаточно много. Вот, собственно, и весь материал. Всем спасибо, всем пока.